Если две. Какой рост у тебя, если секрет? Рост, я не говорю, только мама знает мой рост. Чистая рука, да? 100%. На Новый год какие планы? Вот сейчас встретим, иншаллах, с Махачкала Сити, моей бывшей командой. Из-за результатов, думаю, не приходит никто. Ну, никто тоже, что? Приходят преданные. Саня! Это мой обед, брат! Сейчас ты. Давай. Хорош! Давай! Попасть в рамку, Рустам, в рамку попасть! Просто перед вратарем надо стать и все! Влезай, Кая! Хорош! Давай! Один, Маха, выскочи! Инис, артиллер! Стреляй! У Гасанова случайно получилось, да так? Это же профессор. Да. Это же ближе надо, Радик, не надо разыгрывать. Валите! Вали! Успокойся, Эрик. Удали его, брат. Он не первый раз. Я не имею права. Хорошо, давай. Есть проблем, нет. Если ты скажешь, удали его, я тебе имею право что-то сказать. Ты же имеешь право. Ты же свободу. Какая разница? Он тренер команды. Удалил. Давай, Гильбертан, гол! Чем он там? Я же могу сказать! Ты тут не скажи! Все, успокоен. Я же дал бороться. Знаешь, как происходит? Могу крикнуть, ты можешь. Я не говорю, что... Вернуться, оба улыбнитесь на камеру. Да. Иди, Амин, надо решать. Давай, иди. Играй до конца. Здорово. Все, свисток.
Блин, ну попал ты, попал. Круто ты попал. Ну да, поел перед едой хорошо. Не-не, два дня не ел, специально готовили. Ворота! Ворота! Умница, Махач, умница! Маха! Заходи! Заходи! Действительно, созидательная атака и продолжительная Хасса. Монет, удар, что здесь? Я думаю, мы вар посмотрим обязательно. Он лечит нормально вроде ворота, даже мяч. Если пенальти ставишь, то желтый 100%. Правильно? Умар, возьми камеру. Смотри. Смотрим. Браво! Азар, Мага, сядь! Один вопрос, все, один можно выскочить. Работай, Ислам! По мнению Амирхана Мамедова, самый недооцененный игрок премьер-лиги – это 7-й номер Саны. Что вы на это можете сказать? Возраст. А в чем его сильные стороны? Говорили, ты же тренер. Воспитанник ЛФЛ. Да, у него левая, мощная. Ему понравилась семерка, честно говоря, Саны. Вот же он, смотри. Честно говоря, если возраст лет 10 скинуть ему, я думаю, он здесь уйду. Пожалуйста. Если Магомедов будет подавать, подача на дальний удар ответа Магомедова. Может быть, там была игра рукой. Как вы думаете, прогноз, пенальти был там? Был процент, 100%. 100%. Ты тоже видел это? 100% пенальти там был. Я не знаю, если за такие пенальти не будет давать, будет, Рашида будет. Надо будет во вторую лигу отправить. Да? Сейчас 100%. Повтор смотрите? Повтор, да. Давай. Тамаев. 100% хэп. О, сейчас. Направление даже изменилось. Мяча. Подача на дальнюю удар. Чистая рука. Чистая рука, да? 100%. 100%. Еще раз. Давай. Ничего, хорошая игра, но мне кажется, пенальти был. Наверное, ничья более закономерным счетом была бы. Нормально, равно играть, да? Конечно. Там же есть. Белорусский камень. Давай, Рамазан! Они это смотрят? Закончим. Давай! Батха! Шутка! Ой, алло! Хас, детка, хас.
Где сами? Где? Махач, сами падали, да вы? Да, сейчас все сами падают здесь. Клянусь, что у нас, что у них здесь. Здесь никто никого не толкает. Пашет сана на износ, брат. Брат, а, честно тебе сказать, я не знаю, их проверить надо здесь, брат. Они какие-то вообще, для них какие-то непонятные здесь. Они не устоят, брат. Честно тебе сказать. Да, блин, долгинцы, блин, они... Но сегодня во что бы то ни стало победить нужно было. Вот он говорил это. Сегодня во что бы то ни стало победить нужно. Сегодня должно было. Сегодня, да. Честно сказать, мы долго не могли эту команду обыграть. Эта победа получается в первую очередь отсыд. Честно, да. Отсыд. А что сегодня нет его? У нас у многих не получилось, честно, да. У кого-то травма, у кого-то... У многих нету гаджи, у него Маулет заболел. Все заболели. У нас даже Анвар... с коленом, он даже играть не может, мы примерно рассчитали, чтобы, да, этот, когда заменили, все уже у нас не было вообще игрока, мы, нам пришлось потом Битаров выпустить. Зато был на скамейке запасной Загир Ахимов, который вам помогал. Загир Ахимов, да, брат, я честно скажу. Поддерживал. Хамдулля. Салам алейкум. Как массаж, ты когда пришел? Погода как, брат? Смотри, всю инфраструктуру уже есть хаса, я на себя взял, брат. Мусик, а до сих баркала за красивый футбол. Мы поздравляем тебя, Азамат, с достижением отметки 100 голов. Желаем тебе дальнейшего тоже, иншаллах, лидировать и своих командах, тех, которых ты играешь, и чтобы ты забивал побольше голов. Удачи, всего самого лучшего. Сейчас тебе небольшая грамота и небольшой презент. Приятно. Подарки всегда приятно. Так, держи. Азамат, хотелось бы про твою этот, надпись на футболке подробнее расскажи, пожалуйста. Да, надпись дома делал, да. Да? С пацаном делал, с матчем. Не знал, что писать, просто написал. 200 голов, я думаю, реально забить. 40, ну, до 50 надо хотя бы играть, чтобы 200 забить. Ну, особенно приятно, наверное, после победы получить такой приз. Да, очень приятно, спасибо. Поздравляю, Азамат. Ты один из тех представителей, который вносит... искру, которая вносит страсть в нашу лигу, которая вносит вот, эмоции дарит нам, положительные, всегда такие отличные. Ты сам такой яркий человек, и всех вокруг, и команду зажигаешь, и нам всем как бы даришь такую красивую картинку, да, так скажем. Кроме того, вот я когда мы Шамилю тоже, вот, тоже вашему руководителю команды, одному из руководителей команды Кунив, когда вручали грамоту, я отмечал, что и ты, и Шамиль, вы оба делаете немало для развития медийной части лиги. Вот вы в прошлом году за свой счет баннеры размещали, билборды там по городу и так далее. Вот, с вашей командой в лигу пришли знаменитые спортсмены, вот, тоже, что имеет большую, как бы, большое значение для нас. Вот, и поэтому баркала тебе за все, что ты делаешь, баркала за то, что поддерживаешь нас, иншалла тебе здоровья, успехов. Спасибо. И всего самого наилучшего. Спасибо, очень приятно, очень трудно. Вот она, вторая уже. Да? Да, уже вторая. Ну, у нас всегда, наверное, закрепилось то, что мы когда третье место заняли. То есть, да, когда я был уже тренером. А и самый первый матч, я помню, когда, будучи игроком, играл за Гумни. Первый матч, я помню, мы выиграли у Махачкала Сити, я не пропустил мяч, да, 2-0. Ну и, конечно, когда я забил, я отбил пенальти, было такое тоже. Отражает забит Кихасуров. Первый матч на ноль, по-моему, светит. Героем одного пенальти он стал сейчас. И забивает Кихасуров. Есть много-много ярких воспоминаний, когда связаны с командой, с лигой. То есть лига становится все лучше, краше. То есть уровень становится все круче и круче. И это очень приятно быть частью этой лиги. И хочется как-нибудь уже и выиграть. Не знаю, уже это очень тяжело. Ну, очень все круто. Все на позитиве. Ну, во-первых, это же спорт. Это как бы хочется поучаствовать, да, и футбол люблю. Ну, и знаете, организация, когда организация, она все лучше и лучше становится. Ну, команды становятся лучше. Посмотрите даже на формы, на уже как бы все растет. И хочется быть частью, конечно, мотивирует это все очень, да, если бы руководство не прикладывал бы столько усилий, да, уже вот трибуны, это же спорт, это повышает
настроение. То есть, конечно, когда ты проигрываешь, уже не то настроение будет, но в целом все очень все круто. Очень вот. Побольше команд, побольше, чтобы все было лучше и лучше. Значит, мы Гуниб еще долго будем видеть. Алфа. Конечно, будем держаться. Будем держаться, главное не вылететь. Остальное все хорошо. Будем держаться, будем биться. Есть задача. Ахца! 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 Сколько будет тебя? Горилла была перед игрой? Я горилла, чай. Горилла, чай? На игре не видишь, что ли? 936, 9757, номер привязан. У меня даже карты номер знаю, не то, что телефоном, брат. Понял. Таких много, много будет. Давай, 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 не расслабляемся. Давай, 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 здорово, Кара, Хан, молодцы, Мус, хорош. Пацаны, так же ловите, да. Да, да. За кого болеете? Зегус. Зегус, фотку сделай. Нравится, да, выступление команды? Конечно, 4-1 счет. Да. Счет? Центральный матч тура. А? Центральный матч тура. Этот, Наполи шанс есть обогнать, вот честно, если. Вряд ли. Вряд ли, да. Давай, 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 бегай, вот давай. Давай. Сесть, сесть, сесть! Попробуй! Давай, давай, давай! Давай! Пихни, давай! Хорош, хорош, как хорош. Машалла. Сегодня у нас день награждения сотрудников, ребят, которые у нас работают, помогают нам развивать лигу. И сейчас мы награждаем нашего арбитра Шамиля Магомедова. Шамиль, баркала тебе за ту работу, которую ты делаешь. Судейство, это, наверное, в лиге, самый, если не самый сложный, то один из самых сложных отрезков участков работы. Когда тебе все время нужно выслушивать, со всеми разговаривать, искать, находить общий язык. Терпение, успехов и здоровья. Всего самого вам лучшего. Спасибо. Вам процветание. Спасибо. Пойди на фотку сделай. Идем, идем. Давай, давай. Батарейку что? Так, все. Далеко не уходи. На, забери. Конверта нету, что ли? Судьи награждаем, Шами. Заслужили они. Шама, да. Поприветствую болельщика. Приветствую команда. Поздравляю тебя с достижением отметки 100 голов. Такой небольшой презент и памятная грамота. Да. А тебе как? Не без этого открыть. Еще, Даня. 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 Бака! Бака делай! Сама! На Тибуланова? Думаю, да. Не слишком картинно падал? Да нет, на скорости. На скорости, думаю, был. Зацепил, да, голкипер? Руками. За симуляцию. Давай, 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 лицом! Решение такое сказать, подсказали. Амар — это один из тех редких, возможно, даже, наверное, единственный не руководитель команды, а вот человек, который находится в административном штабе, да, несколько некоторых команд, который проявляет инициативу, проявляет какие-то самостоятельные какие-то акции проводит. Он несколько раз приносил здесь самовар, чай там заваривал, ребят угощал, там целые пакеты со сладостями приносил. Он вносит вклад в создание братской атмосферы на нашем турнире.
Поэтому тебе, Омар, за это баркало, брат мой. Тебе здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Самое приятное воспоминание, это когда это был кубок 1/4 финала, когда играл Мегаполис и Партизан. Это, наверное, самая величайшая игра была, когда в счете вели, потом они сравняли, потом мы повели, потом они обратно в самом конце сравняли 4-4. Итоговый счет по пенальти был. Ну, по пенальти тоже серия долго шла, и в итоге одержали мы эту победу. Но тогда мы в финал вышли как раз кубка. Я думаю, мы все-таки заслужили тогда с выходом в финал. А матч каким счетом завершился? Матч закончился 4-4 счет, а серия пенальти, там, ну, пусть даже будет там 11-10. Да, и давай напомним зрителям, что в тот сезон Мегаполис стал... Да, чемпионом. Да, и... Можно сказать, единственная команда, которую мы их, ту серию прервали, их не беспроигрышную. Это был Партизан. Да. Вообще Партизан славится такими матчами, где они, когда такой размен идет голевой против топ-клубов, они на характере вытаскивают. Это такая особенность Партизана. Не то, что я бы сказал бы этот, она непредсказуемая команда. И в плане того, то, что мы можем, допустим, слабой команде проиграть, но очень сильно мы можем обыграть команду. Потому что, да, это всегда это было, в принципе, с Партизаном. И у них характер уже такой выработанный, поэтому, я думаю, все-таки у этой команды большая история, все прекрасно знают. Изначально вот с первого сезона начинали они, и вот сейчас это получается 10-й сезон, и вот в следующем сезоне тоже шалом. Также будем продолжать. Любовь к футболу, она с детства, со старших классов, и вот фактически хобби, свободное время у меня вот всегда был футбол. Так, как-то так, да. И почему именно Партизан? Друзья там играют? Да? Партизан, да, там мои братья, все почти, многие были в Азербайджане, поэтому я приехал, я с ними. Играю пока в другой лиге, но в скором будущем, может, переберусь, иншалла, в ЛФЛ. Говорят, что тренировки как-то совпадают, да, там вот работа ног, координация. Ну, альхамдулилля, несложно, да, с моими габаритами двигаться, да. Наверное, со стороны виднее. А какой рост у тебя, если секрет? Рост, я не говорю, только мама знает мой рост. И такой вопрос, который лично меня интересует, я фанат ММА. Как думаешь, адаптироваться под ММА профессиональному тхэквондисту, насколько сложно? Ну, со спорта на спорт переходить по-любому, это такой, ну, новый уровень для него, да. Адаптироваться можно, если сильно захотеть, вот так я скажу. И все, иншаллах, все получится, может. Вот на твой взгляд профессиональный, за какой срок можно научиться защититься от тейкдаунов профессиональному тхэквондисту? Шалит, тебя занесло. Какой срок? Смотря кто за него возьмется, да. Думаю, годик, полтора-два, я думаю, три назвал. Полтора-два года, думаю, хватит, можно научиться всему. Спасибо большое, надеемся тебя почаще видеть на поле. Вам спасибо большое. Для тех ребят, которые с первого дня, это очень значимая дата, это большая дата. 10 лет мы в этой теме, 10 лет мы этим занимаемся, 10 лет ты посвящаешь ты посвящаешь часть своей жизни, причем немаленькую часть своей жизни, времени, энергии, эмоций этому делу. Мурат, баркала тебе за все, что ты делаешь. Ты наш... Я всегда говорю, что я не знаю, как в твоей голове эти интересные идеи рождаются, как ты вот эти фишки придумываешь, но я очень рад, что в нашей команде есть ты. Баркала тебе за все, здоровья тебе, иншалла, я уверен, что мы и дальше будем вместе двигаться, вся наша команда, и будем развивать наш турнир. Всего самого наилучшего нам всем. Поздравляем Мурада, я поздравляю всех. Честно говоря, подожди, до куда ты уходишь. Чтоб и суба сала не портит, ничего говорить не буду. Теперь делай вот это все. Там удачи. У меня лучшая команда. Альхамдулилля. Пошли, давай. Двигай. Концерты. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Ассаляму. Вот. Как ты, брат мой? Я рад видеть тебя в ЛФЛ. Ты вернулся, мы скучали по тебе, брат. Я тоже. Ты спал, да, брат? Я спал, но не выспался, брат. Все видно про глаза, что он такие. На Новый год какие планы? Вот сейчас встретим, иншаллах, с Махачкала Сити, моей бывшей командой. Не хочу сильно радоваться, когда мы будем забивать. Ну это смотри, если мы не будем забивать, не включает суету. Хорошо, ты обязательно. Понял? Понял. Салям алейкум. Алейкум ассалам. Салям алейкум. На соревнования. Помогите, да, кто-нибудь? Чего? Помогите Кэпу. Он надевает дополнительную ответственность на свое плечо.
Размер больше на бобра. Бицуха появилась. Видите, в том числе мы решили наградить трех наших ребят, которые входят в состав сборной России и которые прославляют и нашу лигу, и республику на весь мир, отметить в этот день, в день десятилетия. Желаю Али тебе здоровья крепкого, успехов, и чтобы в дальнейшем тоже ты играл в сборной и достигал многого. Всего самого лучшего. Спасибо большое. Удачи. Вкус, да, вот этот, который выпирает? Не, нормально. Так можно делать, уже нормально. Беспокоимся о состоянии. Нормально все, брат. Дай Бог тебе здоровья. Все, со стопой роль играем. Останови! Ура! Сразу туда, сразу! Не ждем! Расул, готов за команду, выходим! Сайсабек, пятого, третьего! Опорная зона, да, Саид! Да, выдвигайте, защита! Вот, да, к нему ближе, да! Да, вот, молодец, да! Пусть он человек поигравший, ему тоже надо прислушиваться, брат, прислушиваться, у него правильные подсказки будут. Не бойтесь давать передачу ему вот так в ноги. Он выиграет этот мяч. Вот игрок на спине есть, давайте. Если эту передачу обострять мы не будем, тогда смысла вперед идти не вижу я. Мы должны рисковать. За счет этого у нас будет преимущество. Мы будем забивать. Играйте, каждый должен за свою позицию борьбу вести. За каждый мяч надо бороться. И не забывать, что нужно и в пас играть. Уже пора научиться брать и в пас играть. Потому что 7-й тур, 8-й тур мы должны уже в пас играть. Мы игру строим свою. Ни в коем случае под их футбол мы не будем подстраиваться. Даже если счет нас устраивать не будет, мы будем играть свой футбол. Чисто за тренера на характере друг за друга зарубимся, да? Чтобы у нас тренера поднять чуть-чуть. И потом дальше больше. И друг за друга. Давай. Ваши впечатления! Сирена! Не зря я сказал, Миша, не бей, если я домашняя заготовка! Мишаня! Мишаня! Это мой обед, брат! Далее! Короче! Причина, наверное, сказывается в дисциплине, потому что, ну, на товарке не собирается никто. Два-три заявленных игрока за этот, ну, приходят на товарке, и если такой дисциплины нету, как результата же не бывает вообще. Из-за результатов, думаю, не приходит никто. Ну, никто тоже что? Приходят преданные. Те, кто предан был с самого начала еще. Ну, с Арифом на следующую субботу должна состояться игра с лидером. Получается. Ну, по амбициям будет очень хорошая игра. У нас там два родных брата будут против друг друга играть, а НВА будет против бывшей команды, ну, в качестве игрока играть. Ну, думаю, придут нормальные болельщики. У нас собирались прийти люди. Абдурахман Курбаналиев возвращается вроде, как я знаю. Казим Магомедов в следующем сезоне должен вернуться. И насчет... А он насчет того Руслана. Он что-то... пока под большим вопросом, я слышал. Который в Динамо хочет перейти. И ты раньше вел станицу Дидо Фанс, да? Да. А сейчас кому передал эти полномочия? Сейчас никто не идет. Да. До лучших времен оставили. Ну что ж, тебе желаем крепкого здоровья. Вот они, бойцы невидимого фронта. Врачи, стюарды, операторы. А? Нет, да, ты как будто музыку... Вообще многофункциональные люди. Умар вообще был вторым, одним из админов второй лиги. Вот, которые... Они очень большую работу выполняют, правда, сейчас моросят. Его сейчас сразу, бля, глаза в глаза. Да. Отсюда давай, сфоткай. Уважаемое и любимое сообщество ЛФЛ Дагестана, наши зрители, наши подписчики, хочу к вам обратиться с просьбой. Мое руководство ЛФЛ Дагестана, это президент лиги Рамазан Газиев и руководитель медиаслужбы Мурат Хамидов, поставили передо мной задачу набрать энное, ну не буду говорить точное количество просмотров ЛФЛ Турбо и лайков. И этот проект, его жизнь и мой заработок напрямую зависит от вас.
пожалуйста, смотрите, комментируйте, оставляйте конструктивную критику, лайкайте и подписывайтесь, иначе мой проект закроют, и я останусь без денег.